Наверное, с Гариком Харламовым. Мы раньше больше общались. Сейчас мы практически не общаемся. Но это то, о чем ты жалеешь? Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь. Я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет.